Император спит. Император спит. Император спит. Император спит. Кто кричал караул, а? Кто же кричал караул?
Извольте отвечать, кто кричал караул. Отвечать, сударь, не увиливать, кто кричал караул в моем замке. Я жду ответа, кто вас смог кричать караул. Не могу знать, ваше величество. Если до вечера, сударь, виновного не сыщете, то я вас всех сошлю туда сошлю, куда ворон костей ваших не занесет. Кричавшего в Сибирь пешком. Постой! Дворцовую охрану в Сибирь пешком! Дура! Полковники желтухи, полковники желтухи, полковники же... Поручики же жеребцов, поручики же жеребцов, поручики же, поручики же, поручики же. Описка. Скорей! Приказ! Я? Я ошибся. Ошибся? Рос-про...
но каналия. Переписать. Каналия. Ну давай, скорее, быстрее, живее, ах. Вы кричали караул? Никак нет. Кричали караул вы? Что вы, что вы? Как можно? Почему назначен поручик Киже в караул? Для порядка, Ваше Величество. Дурак. Подать перо. В караул не назначать. Ваше Величество. Представить мне завтра на разводе. Что с тобой? Представить на разводе поручика Киже. Такого поручика в гвардии не существует. Это описка. Пойди, доложи брату. Какая мысль! Превосходная мысль! Как это она пришла тебе в голову? Караул кричал поручик Киже. Ага. Считать поручика Киже в живых. Ваше Величество, все узнал. Караул кричал поручик Киже. А для чего кричал? Вольнодумец. Бить плетьми и в Сибирь пешком. Деле. Любопытно я знать, кто кричал караул. И я тоже любопытно знать, кто это осмелился кричать караул. Беспременно его высекут. Высекут. Ой, это я его щипнула. Ага, амурные ногти. Покажи, как ты его щиплешь. Покажи.
Ой, не погубите. Заступите. Попросите Его Величества. Теперь они политично. А вы помолитесь об укрощении свирепости владыки. Мне всегда помогает. Молитесь. Господи, святится имя Твое, Господи, помилуй. Господи, святится имя Твое, недостойное, Господи, святится имя. Господи, помилуй. Господи, спаси и помилуй. Господи, спаси и помилуй. Святится имя. Арестант Киже. Арестант секретной фигуры не имеет. Связать его. Сто ударов. Астра! Гренадера. По приказу Его Величества. Арестант секретной фигуры не имеет. Ру-хом! Сибирь шагом! С тех пор, как ты стал графом, хуже бреешься. Зачем жары хватает? Последняя французская мода. Мода. Сейчас все поправим. Император в
более не гневается. Ой. Ваше Величество, есть у меня к вам великая просьба. Говори, душка сударыня. Все исполню. Я нынче весьма милостив. Ваше Величество, любопытно я знать, кто кричал караул? А кричал караул, сударыня, один вольнодумец, поручик Иже. И я этого поручика отправил в Сибирь пешком прогуляться. Ах, Ваше Величество, у вас нет таких верных слуг, как у поручика Иже. Он вскричал караул от нежных чувств, потому что моя Сундукова его... Караул! Вернусь немедля! Ваше Величество! Люди, два тут и есть, два тут.
поет. Невероятное дело, дядюшка. Как же их вернуть, когда они в натуре не имеют? Исполнить приказ. Живо! Дело государево. Никого. А ну-ка, ближе, еще. Где ваш арестант? Не могу знать. Кто ваш арестант? Не могу. Меня, чтобы не сбежал, чтобы не сбежал. Их благородие, о, вашество, их благородие, господин арестант, водки требует. О, водки. Выдать водки, ветчины и всякую снедь. Батьке курносому, чтобы знал. Какой ты есть?
мы тебя не знаем, а кроме что плешивый, курносый, курносый да злой, и за царя не почитаем вовсе. Известно, что ты подмененный, а который и тому не верят, а говорят еще, что и вовсе царя нет. Господин фон дер Пален, курнос я? Что вы, ваше величество? У вас нос ровный и длинный, ваше врете, сударь? Сударь, льстец, нос и прям курносый. Так точно, ваше величество, курнос.
фигуры не имеет. Полковника Киже вернуть немедля. Оно ужинает. Ужинает? Так точно. Оно ужинает? Угу. У государства дурной вид. Государство скучает без верных слуг. Кто у меня? Кто? Оно действительно... Курнос. Государству нужен преданный караул. Караул, караул, караул. Нет, полковника. Полковника Киже бессменно в мой личный караул. Полковник. Нет, генерал. Генерал. Генерал Киже службу знает и государство спасет. Он будет командовать армией. Спира! Виноват.
осторожно. Слушайте. Домилор, тос, да, два, ра! Вам в дорогу. По приказу его величества, будьте здоровы. Дядюшка привез полковника Киева. Же. Очень рад, господин полковник, очень рад. Надо представиться императору. Не угодно ли стакан лафитов? Доложи императору, что полковник измучен дорогой. Скоро явится. Какого офицера, сударыня, вы желаете замуж? Ваше Величество, привез полковника Ки... Же... Он, Ваше Величество... Мы выведем
выдадим вас замуж за полковника Киже. Венчать немедля. А, как же, как же, помню, полковник Киже, он родственник Алсуфьеву? Нет, граф, полковник Киже из Франции, эмигрант. Император говорил, дивизии Киже утруждать нельзя. Он потребен на важнейшее. Где же он? Приказ императора, чтобы жених не присутствовал. Жених секретный, фигуры не имеет. Начинайте. Ну? Начинайте же! Ли другому мужу? Нет. Не обещался ли другой жене? Thank you.
указу Его Императорского Величества, Государя-Императора Всероссийского Павла I, наследного герцога Голштинского и прочие, 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 сим высочайше жалуется господину гвардии, полковнику и кавалеру Киже 3000 дворов из государственных крестьян. Одновременно с сим Его Императорское Величество повелеть соизволил онного полковника гвардии Киже произвесть генерал-майоры. Он такой скромный, он тихий. Государь ему очень доволен. Генерал, поздравляю! Я генеральша. Вот. Да, я генеральша. Руки сжал и обнял, так что вырваться не в силу. О, ма белле демуазель! Ухватил, уронил и едва не задушил. О, ма белле демуазель! Да-да-да-да. Надо знать. Надо знать. Чтобы не больно.
Сударыня, я пришел поздравить полковника. Киже. Генерала Киже назначаю командующим всеми армиями моего величества. Генералу Киже явиться не заметя. Ну что? Разрешите? Позвольте. Дороги! Стакан лафиту, а? Где генерал Киже? Генерал? Генерал убит? А это значит? Ваше Величество, я всюду ищу генерала Киже. Что это значит, Ваше Величество? Чтобы не марать мундира, я снял его. Вы знаете службу? Возьмите. Возьмите. Да, но... Но где же генерал? Генерал, ваше величество, опасно заболел. Пришлось отправить его в госпиталь. Лечить и вылечить немедленно.
лейб-медика. Госпиталь. Так в госпиталь. Может быть, и вылечат. Больной секретный и фигура не имеет. Случай сомнительный. Поставить промывательный. Клещир побольше. Нет, поменьше. Генерал фон Киже. Какой странный больной. Генерал фон Киже, волею Божию, скончался. Именем Его Величества хоронить генерала Киже во всем параде. У моего величества болеют верные слуги. Государство в опасности. Ваше величество, генерал Киже, волею Божию, скончался.
живучие люди. Я желаю, чтоб финанс моей империи даром не пропадали. Принести, сударь, немедля казенные деньги, что у генерала Киже остались. Ваше Величество, генерал Киже деньги проел. Откуда, сударь, знаешь, а? Я открыл, Ваше Величество, и... Принеси сюда казенный сундук. Злодеяние жалую генералу. Генерала Киже разжаловать! Ваше Величество, генерал Киже покойник? Живой или покойник? Он генерал, пока я того желаю. Покойника Киже, полковник, кто? Поручик, кто? Рядовые, дай! Дай похороны остановить, хоронить как рядового.
Остановитесь! Покойника Киже вернут! Покойника Киже вернут! Стойте! Полковника Киже, покойники! Это поручики! Что? Рядовые! Душа моя, я... Полный генерал! Сегодня у меня самый верный слуга проворовался. Впрочем, всегда был вольнодумец. Караул, кричал. Да, нелегкое дело управлять государством.